По традиции, все герои этого летнего вечера собрались на площади перед фонтанным комплексом, откуда под аккомпанемент оркестра барабанщицы отправились на театральную площадь, где и состоялось основное действо. С поздравлениями и напутствиями к ребятам обратился глава города-курорта Сергей Сергеев. Мы искренне верим в то, что вы, уважаемые молодые люди, действительно, пройдя первый шаг, серьезный успех, получили аттестаты и будете делать следующие шаги к успеху в вашей жизни, в работе, на благо нашей маленькой Анапы, Краснодарского края и всей огромной великой России. Я уверен, что вы будете достойными людьми, и Анапа будет гордиться вами. С праздником вас, уважаемые анапчане, уважаемые выпускники, в добрый путь! От имени Федерального собрания России поздравил выпускников также депутат Государственной Думы Иван Демченко. Радостно видеть родителей, бабушек, вас, ребята, выпускники, и, конечно же, ваших преданных вам преподавателей и учителей. Вас ждут великие дела. Счастья вам, успехов и стремление только вперед. Под звуки фанфар на сцену приглашали драгоценный фонд Анапы выпускников, удостоенных золотой медали. В этом году их рекордное количество – 119. Порадовали успехи 100-бальников, их в этом году 6. Поздравили на сцене педагогов, благодаря которым ребята достигли таких результатов. А потом грянул концерт в честь героев торжества. Для анапских выпускников началась новая, полная ярких свершений жизнь. Пожелаем, чтобы их корабль с алыми парусами всегда сопровождал попутный ветер.